сегодня снимают городской портал официальный. У нас официальные гости. И сегодня с культурным проектом. У нас сегодня Дни российской культуры в Республике Беларусь. И сегодня школа искусств как площадка. Мы рады сегодня встретить нашего гостя. Дорогие ребята, вы уже уважаемые наши друзья, кто к нам сегодня пришел из колледжа искусств, мы с нетерпением ждали сегодня. Кого? Владимира Жильцова! Дни российской культуры в Республике Беларусь. Культурный марафон 2023. Сегодня у нас актер театра и кино из города Москвы Владимир Жильцов. Здравствуйте! Моя первая картина, где у меня была большая роль, произошла на «Беларусь-фильме». Вот так вот. Да, и вот так вот. Моя первая киноработа большая, и вот режиссер минский Александр Сергеевич Ефремов, он художественный руководитель театра киноактера. Вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. По хлопку остановка. И нужно сказать привет, как будто бы вы не виделись 5 лет. Ну ладно. Я с понятным условием? Да. Привет! Ну. Криминалистика. Ну, криминалистика, это уже что это за жанр такой? Давайте, фантастика, да? Да. Согласны? Нормальный жанр, да? Фантастика. Комедия. Комедия. Фэнтези. Детектив. Фэнтези. Мелодрама. Боевик? Да. 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 Боевик. Боевик. У вас что? Фэнтези. Фантастика, да? Сказку «Репка». Ну вот, пожалуйста. Вы должны поставить «Репку» в жанре фэнтези. Вы? Боевик. «Репку» в жанре боевик. А у вас «Репка». Я сразу за «Репка» вышла. Я даю вам ровно 10 минут. Звала бабка внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Если у нас нас какие-то сделать, мы озвучивали не мы. А 2945 год. Ничего не понятно. Ты жучка, а я кошка. Ты кошка, да. Апреля 1986 год. Все местные жители подверглись мутации. Репка. Может. Не может вытянуть он репку и тянет. Бабка за детку, детку за репку и снова тянут, тянут, тянут. И не могут вытянуть. Не могут. Все молодцы, садитесь, ребят, пошел. Супер. Я отвечу на ваши вопросы. Если они, конечно, есть. Есть. Да? Ну все, давайте теперь просто поговорим. Давайте. Скажите, пожалуйста, а где вам больше нравится работать, в театре или в кино? Ты говоришь, что это же разные сферы. Я просто 20 лет занимаюсь и тем, и тем. И где больше нравится, я не могу сказать. Мне нравится и то,
но это совершенно разные сферы. Я вот подслушал, один артист сказал, чем вот иногда спрашивают начать с кино, от театра. Он говорит, желательно там и там знать текст и говорить его по очереди. Остальное все разное. Биомеханика Мирхольда или биомеханика Станиславского? Слушайте, я не отвечу на этот вопрос. Это... Скажите, пожалуйста, а ваша дочка интересуется театром? Может быть, она ходит в театральную студию? Уже не ходит. Она походила год, ей было интересно, действительно. Но мы не стали ее отговаривать, говорим, ну, если хочешь, походи. Вот она в воскресенье с утра ездила, сама ходила, ну, ей не понравилось. Вот, она больше не ходит. Мне очень интересно, вот вы играете в кино и в театре. Могли бы вы назвать для нас вашу роль, которую вы сыграли в кино, ну, которой вы гордитесь, что вы проявили себя там наиболее полно, как актер? И, может быть, роль, которую вы хотели бы еще сыграть в будущем, ну, в которой вы чувствуете потенциал, может быть, какого-то героя, исторической личности? Такая камерная история, мы снимали это во Флигеле. Это все Юрий Чапский рассказ принесет в наше время. Ну, такой вот психологический триллер. Вот это мне запомнилась работа, достаточно такая интересная. Сериал «Жизнь, которой не была» по мотивам американской трагедии. Была очень интересная работа. Вот из последних это был, ну, мы его сняли в 2018 году, такой сериал «Технарь», он вышел на платформе. Тоже была непростая работа, но это, на мой взгляд, очень честная и такая нехалтурная. Да, пожалуйста. Что вы можете посоветовать молодым актерам? И если ты действительно хочешь быть артистом, никогда нельзя опускать руки, никогда нельзя ничего не делать, потому что всегда будет шанс. Всегда, я в этом уверен. Меня даже педагог учила, говорит, если тебя... ходи на все репетиции, даже если тебя не вызывают, приходи, сиди. Настанет тот момент, когда кто-то там опоздает, либо еще что-то, кто-то зазнается, кто-то это, из зрительного зала обернутся и скажут, а кто здесь сидит? Ты знаешь текст? Ты скажешь, да, иди на сцену. Я уверен, это 100% работает. Наши эмоции, наши впечатления сегодня в этих цветах. И наша такая вот импровизированная афиша сегодняшнего мероприятия у нас выезжает с вами в Москву. Спасибо. Мы ждем вас еще раз в нашем театре, и не только в театре, и не только в нашем, а в городе Витебске в том числе. Мы очень рады были вас видеть. Спасибо большое за встречу. Спасибо, ребята. Спасибо.